На площадке опытные игроки с многолетним стажем. Матчи между ветеранскими сборными проходят в рамках открытого городского турнира по волейболу, посвященного 73-й годовщине победы советских войск над фашистской Германией. Заявились команды, три команды из Пензы. Это «Жилстрой», «Энергия» и «Юмерс». И команда из города Заречного, традиционное название «Союз». Это команда ветеранов, мужские волейбольные команды от 40 лет и старше. Торжественное открытие турнира состоялось во Дворце спорта. Поздравить ветеранов с годовщиной Великой Победы и началом соревнований пришли ветераны волейбола и представители Комитета по физической культуре и спорту. Нам очень приятно принимать вас у себя в гостях. Мы рады приветствовать вас на Зареченской земле. Это традиционное соревнование в канун такого замечательного праздника, как победа в Великой Отечественной войне. Для нас это также большое событие, потому что мы чувствуем и своих ветеранов, вот эту волейбольную семью. На открытии турнира присутствовал и известный спортсмен, ветеран волейбола, вице-чемпион России в составе ростовской команды, в прошлом капитан Зареченского союза. В течение 15 лет я был капитаном команды. Мы объехали все города, закрытые нашей системы, с турнирами, с играми. И команда у нас была боевая. Мы неоднократные чемпионы нашего министерства. Мы ниже третьего места, ниже третьего не опускались. Зрелищный волейбол показали и участники городского турнира. По результатам сыгранных партий на третье место претендуют команды «Союз» и «Жилстрой». Лидер будет выявлен в игре «Юмерс-Энергия». Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».